стала я принимать, я сразу почувствовала, что мне легче дышать. Я же все-таки задыхаюсь, так как у меня одно легкое. А это вот я проверяю всегда, когда я иду по ступенькам. Для меня это всегда была каторга, потому что я уже вот столько лет не сдыхала. А это тут я поняла, что я могу, значит, не то, что на каждой лестничной площадке отдыхать, а я могу ее преодолеть мимо и непрерывно даже на второй, на третий этаж. Ну, я не на второй, на третий этаж хожу, а в основном в подземном переходе. И я стала чувствовать, что я стала это легче дышать мне, и я выдерживаю. А так, когда я раньше ходила, у меня как будто бы меньше поступает кислород, и у меня икры ног как будто бы становились вот тяжелые. А сейчас я могу подняться там на 34 ступеньки, где у меня там, когда я выхожу из подземного перехода, и я понимаю, что мне становится лучше. Потому что раньше этого я несколько лет не могла вот так вот делать. Я обязательно на площадке через 12-15 ступеней отдыхала. Вот так вот. А поэтому я в него очень поверила. Аэр вот эту вот уже вторую, эту самую, начала пить. Коробочку, да. Первая у меня закончилась, как говорится, позавчера. Вот уже вторая. Так что я ему очень благодарна. С одной коробочки получила такой шикарный результат. Да, да, 30 дней. Отлично. Да. Вот это мне, я просто довольна. Ну, правда, еще одновременно вот эти дни я там употребляла. И айс у меня был. Вот там вот. И что-то еще полгода. Умница, благодарю.